Самаре, в полудеревянном, полукаменном доме на Шахабаловской улице жила когда-то семья Прокофия Ивановича Ефанова. В Самару Ефановы перебрались из деревни Верхняя Заглядина, где Прокофий Ефанов был пастухом. Детей в семье было много, 10 человек, а 23 ноября 1900 года в семье Ефановых родился сын Василий, о котором вскоре узнает не только Самара. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».